Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Стильно одеваться, быть уверенным в себе и заниматься спортом. Такие взгляды пропагандирует среди поклонников звезда хип-хопа Тимати. Для фанатов его творчества и любителей стильной одежды в Шымкенте открылся бутик Black Star, в котором даже самый капризный шопоголик может найти для себя что-либо интересное. Вот капсула Тимати, да, он полностью разработал сам и переделывалось очень много раз, пока он не добился именно того качества, которое он Можно хотел посмотреть? Видеть. Да, конечно, разумеется. То есть здесь интересный дизайн, да, вот эти простреленные дырочки, сейчас это очень модно, в тренде. И сделали отдельную линейку для Caragel Dez, да, отдельную линейку сделали именно для вашей страны. На открытие Black Star магазина в Шымкент приехала известная хип-хоп-исполнительница Кристина Си. Торжественное открытие стало предтечей для рассказа артистки о своих творческих планах и преимуществах магазина. Я чувствую, что все только начинается. Такое ощущение, что только начинается все. Вот, поэтому создания. Сейчас я, да, думаю над песнями, уже пора выпустить альбом, уже сколько лет я занимаюсь творчеством и до сих пор ни одного десочечка. Уже с первых минут открытия в магазин выстроилась очередь из желающих взять автограф у Кристины Си и тех, кто хочет приобрести для себя стильную Black Star одежду. Среди них и Женя Колосов. В свои 22 он успешный диджей в Шымкенте. Эта одежда удобная для всей молодежи, как для девушек, как и для мужчин. Именно эта одежда подчеркивает мужественность. Для девушек обалденные наряды здесь, подчеркивает их сексуальность. Как и стиль, Black Star, йоу! Более 2000 поклонников Black Star и Кристины Си собрались на концертной площадке. И, наконец, под бурные овации к публике выходит хип-хоп-артистка Кристина Си. По словам организаторов, коллекция Black Star будет регулярно обновляться, и каждое обновление будет сопровождать показ брендовой одежды Black Star. А еще по большому секрету нам рассказали, что вскоре наш город планирует посетить и сам Black Star Тимати.